хаос, скоро. Капитан, это дело требует твоего внимания. Группа людей хочет видеть... Рад познакомиться с тобой. Ты прославился, и поэтому я и мой отряд хотим примкнуть к тебе. Понимаешь,
мы хотим последовать твоему примеру и стать искателями приключений. Так что мы собрали средства, приобрели снаряжение, и теперь все, что нам нужно, это задание, выполняя которое мы найдем золото, ну и другие сокровища. Но дело не только в этом, Дерет, мы также хотим сделать мир лучше. В мире развелось слишком много зла. Верно сказано, брат Максел. Ну, так что, у тебя есть работа для нас? Не стоит отправлять их в путешествие. У них на всех нет ни капли здравого смысла. В Портласте ходят слухи о том, что лусканцы что-то замышляют. Если бы у меня было больше людей, я бы отправила их на разведку. Слышали? Вот это настоящее приключение! Вперед на большой тракт! Это просто слух. Возможно, это и неправда. Постой! Не забудьте запастись провизией. Не волнуйтесь, мы все разузнаем. Боюсь, мы отправили этих бедняк на верную смерть.
Is there something you need? My step. Follow me.
Walk in my...
я могу помочь? В самом деле, позволь, я взгляну. О, боже. Да, это должно нам помочь. Посмотрим, что можно сделать с этими и тем, что у меня есть. Давайте посмотрим. Может, нам удастся разбудить нашего большого друга Смит. Сейчас. Еще пара штрихов. Теперь пригладить вот это и... Ну, теперь должно сработать. Верно? Но не будет же он бегать и нападать на всех просто потому, что мы ему это приказали. Эй, эй, нет, нет, плохой конструкт, перестань махать клинками, перестань! О боже, ну и сюрприз, у меня аж сердце ёкнуло. Фух. Должен заметить, что я горжусь им. Посмотри, какой он высокий. Он действительно вырос с тех пор, как его повредили эти мерзкие гитиянки. Спасибо. Должен сказать, что я сомневался в успехе. Сильно сомневался. Но я благодарю вас всех за помощь и поддержку. Иногда приходится подождать, пока придет вдохновение. Давай, опробуй его. Теперь мы сможем брать его с собой в путешествие. Просто поговори с ним. Правда, я не уверен, что он ответит. Я думаю, тебе нужно просто попросить его об этом. Он предназначен для того, чтобы выполнять команды и сражаться с нашими врагами. Уверен, он пригодится нам. О, крепкий, сильный, смертоносный, с мечами. Эльфы и дворфы или Фарна посылали их воевать. Так что не стоит делать из него шута или повара. Улучшить? Возможно. Правда, его даже чинить было нелегко. Даже не знаю, что еще можно с ним сделать. Правда, этот голем немного износился за время работы. Он уже не новый. Но, знаешь, я не вижу, как его можно улучшить. По крайней мере, с высоты моего роста это не видно.
Я могу помочь? Ну, проще сказать, чем я не занимаюсь. Я играю в песни, пишу стихи, строю разные вещи, чиню вещи, собираю, сажаю, копаюсь в вещах, пока не починю их, ну, или пока их не нужно будет чинить. Но это редко, кажется. Можно сказать, что я сую свой нос во все, в том числе в темные дыры, в которых сидят пауки-призраки. Но это другая история.